Я – бездушный консультант. Мозг-компьютер, батарейками загружен. Целый год я наблюдаю за компанией людей, что с простоями воюют. Не страшна им пандемия, все загружены работой. Руководство на посту контролирует загрузку, даже будучи в Стамбуле. Базу знаний пополняют, и других им обучают. Цифровой формат везде, прямо песня на душе. Не смогли все удержаться, надо было развиртуализоваться, вышли дружно на каток, каждый выдал все, что смог. С Новым годом поздравляю, цифровых побед желаю!